diamonds. I like stunning, I like shine. Любители сторис, автоспорт снова в опасности. Вот этот джентльмен знаком вам как греческий аэродинамический инженер, и у него проблема. Компания «Энергия», транспортная компания, прости господи, проебала его посылку. Поэтому очень нужно найти любителей сторис из «Энергии». Желательно Новосибирск, правильно? Посылка сильно ценная, стоит больше моей жизни, поэтому вопрос реально серьезный. Это Греция. Ну что ж, техника у нас вымыта после Дрифт-Экспо и подготовлена к следующим доработкам. По Белуге мы столкнулись с тем, что все хорошо, но сильно греется топливо, потому что машина работает просто нон-стоп, вообще не останавливаясь. И нагревается бензин, меняет свои свойства в плане того, что начинает как будто бы отливать, давление топлива недостаточно, в ошибку выпадает. Причем на холодную этого нет, именно на горячее топливо. Сейчас мы тут с Вадиком смотрим, как у нас тут система, у нас противоотлива, два насоса, они тоже греют сильно, как решаем, куда разместить радиатор топлива. Вот, а под GT-хи у нас в планах заребилдить редуктор задний, поменять масла все и готовиться к Нижнему Новгороду. А я пока в прекрасный воскресный вечер займусь другим своим гражданским автомобилем и поменяем лампочки мы с вами на... Ну, короче, у нас есть семейный Civic, который волей, верой и правдой, праворульный, настоящий, оригинальный, служит уже 16 лет. И вот перегорела лампочка оригинальная. Так что мы сейчас не просто ее поменяем, а поставим... Ну хорошо, пацаны, ее не просто... Ты в чем мне всю сторис испортил, ты мне, животное? Мы не просто ее поменяем, а поставим лампочки от наших партнеров, от Viper. Плюс 80, Вася, процент. 80, Вадик, процентов, 80 к мощности мотора, понимаешь? Ладно, шутки шутками, сейчас поставим и заценим, как это все работает, я вам сейчас покажу.